Для гостей была организована презентация Сочинского госуниверситета, а также прозвучал доклад на тему развития бизнеса в Сочи. Итогом встречи станет подписание соглашения о сотрудничестве между Высшей школой корпоративного управления Президентской академии и Сочинским госуниверситетом в области подготовки профессиональных управленческих кадров. Это в первую очередь, конечно, сотрудничество профессорского преподавательского состава для того, чтобы создавать какие-то совместные обучающие программы главным образом в области дополнительного профессионального образования. Это сейчас тоже очень актуально. Город Сочи интересен, безусловно, опыт нашего университета, он тоже уже представляет определенный интерес. Ну и, конечно, такой известный вуз, как Академия народного хозяйства. Исторически местные люди не очень много внимания уделяли бизнес-образованию. Ну, понятно, потому что здесь многие ресурсы достаются достаточно просто. А сейчас конкуренция будет сильно возрастать. Понятно, что многие рестораны, многие гостиницы будут иметь проблемы. Начнется реальная конкуренция. Когда начинается реальная конкуренция, представителям бизнес-структур нужно будет показывать свои управленческие навыки.